Любимая стрижка девочек, которые расстаются со своими мужчинами и отрезают волосы. Очень популярна в этом сезоне это боб. Такая челка называется челка-шторка. Все будет зависеть от ваших волос. Наши гости ходят с такой стрижкой по 3 месяца, а у нее великолепно держится форма и многослойность дает объем. Тонкие волосы в такой стрижке смотрятся более стильно и аккуратно. Всем привет! Меня зовут Татьяна, я стилист Family Beauty Club. Приветствую вас на канале Family Group. Существует огромное количество женских стрижек, но я хочу рассказать вам о 5 самых популярных стрижках этого сезона. Досмотрите это видео до конца, чтобы узнать о всех самых популярных трендах. Да, еще хочу заметить, что к стилисту нужно приходить с чисто вымытой головой, без укладки, чтобы профессионал видел, как лежат ваши волосы в естественном их состоянии. Поговорим о первой стрижке. Это пикси. У нее достаточно короткий затылок, область вокруг ушей и идет удлинение на челке. Макушку мы подбираем индивидуально для вас, исходя из вашего овала лица, разреза глаз, структуры волос. Многие боятся коротких стрижек. Не стоит этого делать, потому что мы индивидуально подбираем длину такой стрижки под тип вашего лица. Следующая стрижка, о которой мы поговорим, это каре. Любимая стрижка девочек, которые расстаются со своими мужчинами и отрезают волосы. Каре может быть абсолютно разным. Оно может быть классическим, может быть градуированным, может быть асимметричным. Все индивидуально подбирается стилистом под ваш тип лица. Каре подходит для любых типов волос, для вьющихся, для густых, даже для тонких. Потому что тонкие волосы в такой стрижке смотрятся более стильно и аккуратно. Не бойтесь стричь каре, это самая популярная стрижка. Просто нужно обращаться к профессионалам, который подберет длину и форму под ваш тип лица. У нас в салоне как раз работают такие профессионалы, которые правильно технически исполнят эту стрижку и подберут ее под ваш тип лица. Все ссылки вы найдете в описании под этим видео. Мы переходим к третьей стрижке, которая очень популярна в этом сезоне, это боб. Боб – это одна из разновидностей каре. Также боб можно отнести к стрижке, приближенной к пикси, только более в удлиненном варианте. Она многослойная, воздушная, очень достаточно легка в укладке, подходит практически под любую структуру волос и под любой тип лица, вне зависимости от разреза глаз, от овала лица. Все подбирает для вас стилист. Он может сделать акцент на удлинение на челку, достаточно короткий затылок, сделать асимметрию легкую, какую-то многослойность. Все будет зависеть от ваших волос. Неважно, какие они у вас, густые, тонкие, вьющиеся. Эта стрижка подходит под любой тип волос. Также эта стрижка очень достаточно легка в укладке. И еще один момент, она не требует частой коррекции. Четвертая стрижка, которая популярна в этом сезоне, это каскад. Как вы все знаете, каскад – это такая многослойная стрижка на средние либо длинные волосы. Есть разница в том, что мы делаем какие-то акценты на удлиненную челку, которую вы можете носить на ту или иную сторону, либо на прямой пробор, закалывать ее невидимками. Эта стрижка подходит на прямые волосы, на вьющиеся волосы. Она подходит тем, кто любит их завивать. За счет многослойности у вас создается шикарный объем. Даже если вы собираете волосы в хвост, это создает эффект такой многослойности и густоты. Он очень шикарно выглядит. И следующая стрижка – это умная челка. Мы рекомендуем ее делать девушкам, которые ходят либо с длинными волосами, либо с каре. Вы можете носить такую челку на ту или иную сторону перекидывать, можете носить ее на прямой пробор. Такая челка называется челка-шторка. И в завершении хотелось бы добавить, не бойтесь экспериментировать, обращайтесь к профессионалам, которые подберут именно ту прическу, которая подойдет вам. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, так мы будем видеть, что видео, которое мы снимаем, вам интересно. С вами была Татьяна на канале Family Group.